все сегодня так прекрасны, так обаятельны, нежны. Посмотришь, сразу станет ясно. Вокруг дыхание весны. Так будьте счастливы, здоровы, за все беритесь горячо. А мы поставим всегда готовы свое надежное плечо. Желаем вам в делах удачи, любви красивой и большой. А вот что вам дарить сегодня, так никому и не дошло. Кстати, Илюха, смотри, ну, трубу себе обновил. Ого, дай глянуть. Небось, куча денег отвалил. Да не, там, у знакомого подешевле. Ну что, что будем дарить на 8 марта? Кому? Нашим, что ли? За что? Не заслужили. Вы что, ребят, 8 марта было на той неделе, мы им так ничего не подарили. 8 марта? Опять? Я предлагаю так, мозговой штурм. Я сейчас схожу с листиком, с ручкой, и мы запишем туда все, что взбредет нам в голову, хорошо? А куда? Разве мы можем им уступить? Ребят, ну действительно, они нам и то, и все. А мы им что, ничего не можем сделать? Давайте еще раз. Раз, два, три, привет. А ведь если ничего не придумаем, то они за нами посуду перестанут мыть. И убирать перестанут. Так, давай еще раз. Давай, раз, два, три. Вилла на Багамах, новенький Audi A8, телефон с золотыми вставками, лифчик, бриллиантовое кольцо, ну, надеюсь, не надо объяснять, почему. Вижу, идеи вправду были спонтанными, неосознанными и высказывались, не подумав. Продолжаю. Мужики, шлепки 45 на Какие шлепки? Обычные шлепки, домашние. Я просто... Давно хотел купить, а все забываю. Что там дальше? Ну, дальше. Так, новая эргономическая клава серого цвета с мультимедиа клавишами. Кто? Какая клава? Ну, клава, клавиатура. Эргономическая, значит, удобно. Серый цвет мой любимый. Идем дальше. Так, следующий по списку идет бак. Хотим подарить нашим девушкам Международный женский день какую-то бочку. Ну, читай, что ты написала. Бак. Да не бочку. Большой андронный коллайдер. Ну, ребят, что вы смотрите? Сказал, что первое в голову пришло, то и написал. Я видел, там написано «Кульман». Я надеюсь, тот, кто это написал, хотя бы знает, что это такое. Конечно, знаю. Но Кульман. Кульман – это чертежная доска. На нее можно листы положить и чертить. А еще там решина установлена. Решина? Вот объясни мне только, зачем эта твоя решина вообще нужна? Насколько я знаю, чертежников среди них нет. Угу. Что там дальше? Автобус. Мы хотим подарить нашим
прекрасным девушкам Международный женский день тубус. Да, тубус. Тубус это очень практичная вещь. Это специальный чехол для хранения и переношения чертежей. Я понял, короче. Идем дальше. Что там у нас? А? Что там дальше? А дальше, а вот у меня. Значит так, зачитываю. Незаштопанные чистые черные носки. Кремль для бритья. Футбольный мяч. Народ, ну мы что, не можем какой-нибудь простейший подарок придумать? Да самая простая шоколадка с каким-нибудь фундуком в какой-нибудь зеленой упаковке смотрелась куда лучше, чем все, что мы тут придумаем. Давайте еще раз мозговой штурм. Давай. Отлично. И девчонки оценят то, что надо. Так. А ну дай. Так, ну, согласитесь, дорогие. И в самом деле, ну что мы можем вам подарить? Конечно же, подарок должен быть достойным вас. Золото последней пробы. Бриллианты размера с мою голову. Не, слишком дешево. Ведь вы Божье творение, вы бесценны. Хорошие часы тоже не самый вариант. Время не властно над вами. Косметика, ну это совсем глупо. Глупо. Всемогущий одарил вас неземной красотой. Книга тоже хороший подарок, но есть кое-что гораздо важнее и ценнее. И поэтому мы дарим вам нас. Конечно. Мы сами не идеалы, далеко не идеалы. Но у каждого из нас есть хорошее чувство. Это чувство развития. И мы развиваемся для вас. И вот они мы. Милые наши, мы вам желаем, будьте счастливы в апреле и в мае, нынче и завтра, и тысячи лет, нынче на женщинах держится свет. Милые женщины, может случиться, каждый из нас будет этому рад. В каждом мужчине проснется и рыцарь, пылкий поэт и бесстрашный солдат. Пусть первый подснежный подарит вам нежность, весеннее солнце подарит тепло, а мартовский ветер подарит надежду и счастье, и радость, и только добро. Ведь вы прелестны, словно розы. Вот только разница одна. Розы вянут от мороза, а прелесть женщин никогда. Still wonder if we made it.
чтоб с женских лиц вовеки лился свет. И для меня давно открылась тайна, что на некрасивых женщин в мире нет. Вечное земное притяжение, очарственный семейный неразимый кров. Вне жизни наше вечное движение, жена и мать, основа всех основ. Неса слава, гордые мужчины, причастности, долгие года. Во всем сначала женщину ищите, и истину отыщите тогда. Звать слабым полом женщин нет причины. Среди вас таланты, воины, умы. Среди вас таланты, воины, умы. Но если бы не рядом женщины, своих высот вы бы не достигли бы никогда. Так много есть ничтожной суеты, но женщина вы всегда и всюду ты. Забота и любовь, добро и сострадание, вот нежная женщина здесь, вечная честность. Ты женщина, так много как слова в этом слове. Бессонница, тревоги, наваждение. И крик ребенка при рождении, и поцелуй, укрывшись под зонтом. А теперь поцелуй.